Всем привет! Самые простые в исполнении розочки, как дополнение школьного образа. Приглашаю взглянуть на процесс создания. Подойдет любой фоамиран для лепестков. Сегодня я использую шелковый. Для листьев и травинок глиттерный и иранский. Нарезаем фоамиран для зелени. Каплевидной формы вырезаем лепестки, подкручиваем боковинки и с помощью пламени зажигалки формируем по центру защипы. Есть молд? Отлично! Оставляем оттиск на фоамиране. Нет молда? Используем обратную сторону любого понравившегося живого листочка. Красиво вырезаем. Собираем цветок с помощью зубочистки, кусочка фольги и горячего клея. Для того, чтобы цветок получился на плоском основании, обязательно вовремя срезаем получившуюся ножку. После подклеиваем еще пару рядов лепестков. Крепим зелень и желаемую фурнитуру.
Почему я использовала бордовый фоамиран? Потому что школьная форма одной замечательной девчонки именно такого цвета. Украшение готово. Спасибо, что провели эти 5 минут со мной. Надеюсь, что с пользой. Буду рада вашим советам, вопросам и пожеланиям. С удовольствием отвечу. До новых скорых встреч. Пока-пока.